Спросила хозяйка, под дождем осознать. Со скамейки слезь. Скоро будет 100 лет, а бычок все качается, а наша Таня громко плачет. Педагог Попова сама на этих стихах выросла. Сейчас воспитывает других. Уронили мишку лапу, оторвали мишки лапу. Двухлеткам про мишку, которого уронили на пол, трехлетним про зайца, что до ниточки промок. Старшей группе вещи посерьезнее. История резиновой Зины целых 3/4. Медведь измазан слишком, куклу жалко отдавать. Он отдаст ее мать. Данила Милютин читать пока не умеет, зато рифмы складывает на ходу. Спасибо Агнии Барто. Прочитай какое-то несколько. Все мои любимые книжечки читаю, только не полваюсь солнышком. А она б и такой марсианский поняла, ведь сама себя называла не поэтессой, переводчиком. С языка детей на язык взрослых. Простые, в чем-то даже примитивные четверостишие советской писательницы сегодня даже поют. Синенькая юбка.